третий день в Англии, и сейчас я нахожусь в Манчестере, потому что мы с Алиной вчера мы с Алиной провели целый день, гуляя по Лондону, много фотографировали, наслаждались, и сегодня мы поехали в Манчестер, это была запланированная прогулка в другой город. Здесь очень красиво, и архитектура очень отличается от лондонской, но это стоит того, чтобы сюда приехать на самом деле. Это как Волан-де-Морт, что ли? Нельзя говорить, как Стар Уорс. Йоу! Я хочу знать, где туалет. Мы в Холмс Чафли, и первым делом надо узнать, где туалет. Да. Сейчас посмотрим отель, в котором мы должны были жить, когда собирались. Слушай, ну он выглядит неплохо. Конечно, неизвестно, что там внутри. Были у дома Гарри? Сколько раз? Два только? Ну, мы туда-сюда ходили, это все равно было очень много, мне кажется, подозрительно. Потом туда подъехала машина, но мы не видели, как она подъезжает, но ее до этого не было. Сделали пару фоточек. Ну, здесь мило очень. На самом деле. И вкусное кафе, и люди очень добрые. И мы были в пекарне, где работал Гарри. Там супер, нет тех старушек, с которыми он работал, но все парни там то, что надо. Я тебе должна деньги за вот эту штуку. Какую? За фотки. Нет, зачем? По-моему, я перепела. Почему нет? Они же дорогие. Едим вкусные штучки из... Я даже не знаю, как она называется. Из пекарни, в которой работал Гарри. Черт. Он умер. Мы только что приехали из Холмс Чапла и быстренько дошли до нашего отеля. Нам очень там понравилось. Единственная проблема — это дождь, который очень неприятный, и даже ходишь, если под зонтиком, то... Ну, это очень, на самом деле, портит все впечатление о прогулке. Мы были у дома Гарри, там было достаточно обычно. Очень милый дом, красивый. Я бы хотела в таком жить. Не видно, что в нем живет мама миллионера, как сказала Алина. И было немножко стрёмно, потому что ты идешь, и я вроде фотографировала все дома, потому что мне интересно, я люблю эту архитектуру, эти старые такие домики английские, но все равно чувствуется, что будто за тобой следят, и тебя просто сейчас типа иди отсюда, фанат, блин. Но на самом деле сначала там был выключен свет, мы приехали рано достаточно. Ну, обычно люди в такое время встают, но, может быть, их не было дома, а уже когда мы подошли второй раз, там была машина. Возможно, кто-то приехал, возможно, они сами приехали, неизвестно. Здесь очень легко, то есть метро, оно совсем не страшное. Те же поезда, на которых мы ездили, мы сами первый раз... И все было очень просто, то есть мы подошли, купили, спросили, нам все объяснили. Да, надо приезжать сюда с деньгами, по-другому никак. К вокзалу мы ходили 3 раза, потому что думали, что только там есть магазин. На самом деле оказался магазин рядом с нашим отелем, но это нормально. Пришли к Макдональдсу, который еще даже... Открытие которого будет 16 августа, но в этом все мы... Thank you.
красиво, но очень сильно дует ветер. И это пипец неудобно. Снимаем видео с колени Алины. Репортаж. Опасный. Так-то. Кажется, у нас получилось нормальное селфи. Но не факт, ей может не понравиться, как всегда. День отъезда мы нашли центр города. Дан. Сегодня первый день, когда я хожу полностью одна. Алина в школе и, ну, лошара, ибо... Ладно, нехорошо. Но я только что была на King's Cross Station, там, где находится платформа 9 3/4. Фанаты Гарри Поттера меня поймут. Я сделала фоточку, я ее взяла. Я знаю, она стоит почти что 10 фунтов, но лично мне все равно, потому что, блин, я такую бы профессиональную не сделала. Хотя качество там дерьмо, люди, не покупайте. Вот, ну это просто заметки от Жени. Сейчас я иду, не знаю, сказала ли я, но я иду в музей Шерлока Холмса, там придется тоже денежку заплатить. Ну, вроде она небольшая, и так сейчас я поняла, что я дурочка, нужно было перейти улицу сразу, но... Ибо я, это я. Я увидела очередь в музей и охренела. Стою тут час, наверное, только в очереди, если не больше. Вы знаете, я это сделаю, потому что в другой день я не хочу. Ура! Я прошла этот музей, и это стоило того, чтобы простоять очередь, которая, кстати... А, ну сейчас она стала еще больше. Я заплатила за один билет 15 фунтов, но... Во-первых, я все фотографировала, я ходила там спокойно. Конечно, музей маленький, потому что это как бы квартира его. Умную вещь сказала. Но пока я стояла на платформе 9 3/4, чтобы сфотографироваться, стояла в очереди, все нормально. Передо мной стоял парень, он оказался из Колумбии, он попросил сделать фоточку. А я такая, да конечно, все, я нажму, я из Колумбии, приехала сюда, чтобы сфоткаться с этой платформы. Он такой, я типа как маленький ребенок, ой, все нормально. Я говорю, я из России. Он такой, у вас это будет, типа, спасибо. Я такая, да. Он так смешно сказал, он такой, спасибо. Люди так просто сидят на траве. Мне это нравится. Я хочу немножко дождика. Пожалуйста. Я сейчас нахожусь на Stone Gallery, по-моему, называется. Это St. Paul's Cathedral. Когда поднимаешь все, ну, высоко. Здесь, по-моему, 119 ступеней. А если подниматься на Golden Gallery, то это будет еще 152 ступени. Здесь хорошо, потому что прохладно, и, ну, несмотря на жаркую погоду, себя чувствуешь все равно нормально. Здесь что-то есть душевное, то есть, несмотря на то, что я бегала пол Лондона, ну, сегодня, конечно, нет, но в любом случае, пересадки, метро, жарко, кто-то толкается, конечно, извиняются, но в любом случае ты устаешь, и когда приходишь сюда, здесь совсем другая атмосфера. Здесь
тихо, здесь спокойно, здесь одухотворенно. То есть ты приходишь и правда здесь отдыхаешь. И это здорово, что есть такое место. Насчет того, это стоит денег, да. Но когда я подошла, я посмотрела на ценник, 18 фунтов, я такая, нет, я не хочу платить. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что если бы я не попыталась даже, то я бы упустила просто такую возможность. Я бы упустила такие виды. И очень бы зря. И я подошла такая, а что, мне стоит 18 фунтов? Она такая, ну да. Она спросит, ты студент? Вот. И я такая, да. Она говорит, я тебе делаю 16 фунтов. Типа, я такая, ладно, хорошо. Она такая, подожди, а сколько тебе лет? Типа, 18. Она такая, ой, я тебе сделаю как ребенку. Типа, за 8 фунтов. Я такая, то есть это скидка больше, чем в 2 раза. Кстати, я что-то еще не рассказала, только не помню, что. А, когда я шла с камерой, сидел мужчина на скамейке, такой, давай сфоткай меня, я хорошо получусь. Я просто такая, И хочу сказать последний раз, что эмоции у меня просто зашкаливают через край, и я потрясена. Мне очень-очень понравилось. Я даже купила сумочку с Сент-Полс кафедру. Я такая, буду гонять на районе все. Если когда-нибудь увидите красный помидор, знаете, это я. Просто посмотрите на это лицо и белая шея. Лучше бы это не видели. Смотрите на нее. Гарри покупал какой-нибудь. Он покупал этот журнальчик. Он в эту заднюю стоял. Неважно, он развернулся ради камеры. Ну что он мог здесь купить? Орешки? Или чипсики? Да-да, мы находимся в магазине, где был сам Гарри Стайлз, запомните. Мне кажется подозрительным тот факт, что магазин Луи находится напротив того магазина, где куда ходил Гарри. Еще один магазин, где был Гарри, ну, выглядит не очень, серьезно. Ну, тут только. Ну, ладно. Я почти была там. Вот тут стоял? Он шел. Ну, Гарри засранец, столько мусора после себя оставил, до сих пор не убрали.